В Выборгской епархии состоялся первый концерт фестиваля «От Спаса до Спаса». Организовал духовный праздник настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья священник Олег Патрикеев. После божественной литургии на ступенях Варваринской церкви выступили и дети воскресной школы, и известные артисты. Ведь праздник этот навсегда с нами. В первую очередь это праздники из далекого детства, которые наиболее ярко запоминались именно тем, что было лето, было тепло и было что-то вкусненькое, да, мед или яблоки. И для меня это была какая-то особая радость. И я очень хорошо их запомнил именно из детства. Наряду с Пасхой, когда ночью крестный ход, также вот здесь вот служба, вкусные яблочки. Причем меня крестили 19 августа. То есть у меня еще и День Ангела в этот день, поэтому очень люблю эти праздники Спаса. Праздник проходит в Успенский пост, который часто называют детским, поэтому логично, что начался концерт выступлением детского хора воскресной школы храма. Известный петербургский музыкант Антон Слон исполнил для зрителей несколько композиций, и, конечно, с особой радостью прозвучала песня «Христос воскрес». Христос воскрес, ты видишь свет на своей земле. Это свет любви, он идет с небес миллионы лет из года в год. Ты его зови, Христос воскрес. Особым гостем на праздничном концерте стал Сергей Языков, исполнитель более 400 песен и 15 тематических концертных программ. Сольные выступления Сергея Языкова проходят в концертных залах Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Новосибирска, ну и, конечно, многих других городов России. Праздники зрители не только в полной мере насладились музыкой, но и узнали об истории праздников, называемых в народе яблочным, медовым и ореховым. Кстати, ореховый назывался часто еще и хлебным. И все эти радостные постные праздники подготавливают нас к великому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который часто называют еще и Богородичной Пасхой. Спаса всего у нас три в эти дни святые, потому что в эти дни мы с вами постимся, готовимся к главному празднику нашей церкви. Один из главных праздников – это Успение. Странно, у христиан все как-то наоборот. Вроде бы умерла мама Иисуса Христа, а люди со свечами приходят в храм, празднуют. Видимо, здесь что-то не то. И для этого нужно людям подготовиться, чтобы поднять этот праздник не смерти, а именно Успения и ее вознесения, потому что следующий праздник получается и вознесение Матери в теле на престолу Божьему. То есть эти все праздники говорят о том, что и нас ждет то же самое с вами. Но для этого нужно подготовиться. От этого первого Спаса, когда начинается пост, когда мы только начинаем вкушать только мед и хлеб, мы начинаем поститься, молиться, приходить в храмы, и вдруг еще один Спас. Мы видим, что нашу дорогу трудную сопровождает Спас, Спаситель. Каждого зрителя первого концерта фестиваля «От Спаса до Спаса» ждал подарок – Евангелие и баночка меда нового урожая.